Привет, ребята, и вы на канале Просто Кали. И сегодня я буду собирать свой чемодан. Как вы многие знаете, то что я уезжаю на море, и сейчас я буду собирать свой чемодан. Привет! И мне вот помогает моя старшая сестра Аделина. Итак, ребята, и короче, я вам показываю свой чемодан. Он такой вот розовый. Тут есть. Короче, запасную кармашку, чтобы... Короче, просто вот личные вещи. Ложить там? Для гигиены. Не обязательно. У меня есть вот такая вот спортивка. Так. Покажем. Вот такая вот спортивка. Ну, я не буду показывать, как она не сидит. Потом вы увидите, когда будет снять видосы. Да, я буду снимать их в Анапе. Да, кто не знает, я еду в Анапу. Вот здесь есть такой купальник, у него он желтый, можно так сказать, кислотный желтый. Это вверх пока, а сейчас я покажу вниз. Ну, это обычный, то есть это завышенный, завышенный. Короче, я никогда такие не видела и решила купить. Мне очень прикольно мне показать. Спортивку я буду складывать вот в этот отдельчик. Все будут теплые вещи складывать сюда, не нужно. Те, которые будут нужны, тоже сюда. Понять, ну мы еще купили вот такую накидку. Она тоже такого же неонового цвета. Вообще клевая. Ребята, у меня еще есть полотенце. Это маленькое для моря. Это просто ходить там на море. Вот они такие. Я даже не знаю, какие сейчас буду упаковывать. В самый низ, что ли, положить вот так. Нет. Знаешь, как можно? Вот так. Я знаю, как сюда складываю. Ребята, у меня еще есть мой рюкзак, с которым я поеду уже в самом войсе, а чемодан я не буду трогать. И самые нужные вещи я положу именно в этот рюкзак. Это будет шорты, в которых она будет в самом поезде спать. Они розовые, с кошечками. Да, шапки. У меня, кстати, и футболка. Да, футболка, в которой я тоже буду спать. Вот она такая, с коктейльчиками. С собой я возьму зубную пасту вот такую вот. Да? А, нет. Да, президент. Зубную щетку. Короче, вот так вот у меня лежит. И положу вот сюда вот. Да, я сюда положу. Возьму мыло для умывания. Нет, салфетки пойдут. Ладно, давай салфетки. А это вот сюда тоже. Мне кажется, он... Тут футболка. Наверное, ее кто видел, конечно, все подписчики на этом видели. Это, я всегда говорю, правда, но это не точно. Она такого цвета хаки. Да. И с собой еще в дорогу я возьму полотенце для умывания, да? Ну, короче, просто буду умываться. Пускай лежат. Вот есть такая футболка. Футболка. Мне она очень нравится, мне кажется, она с ним сочетается. Так, ребят, я с собой еще возьму вот эту вот, вот такую вот кружку с единорогом. Боже. Сюда же. Тут еще есть тоже розовые шорты с поцелуями. Они чисто розовые, ничего нет. И свои отличные вещи, носки, еще одни носки, кому интересно. Такие вот носки с котенком, которые показывают Пак и Микки Маус. И там Фила, Адидас. Короче, там самые интересные носки, можно сказать. Они слишком яркие. С единорогом. Карина любит единорога. Что у меня тут есть покушать? Покушать там много. Я люблю покушать. Поэтому я все складываю сюда. Что нужно потом вилки с ложки, да? Тут платьюшко белое. Мы его тоже складываем.
там, чтобы ходить там старше. А, это, наверное, вот сюда, да, вот? Ну, давай положим. Джоггеры. Джоггеры тоже сюда. Да, они бежевого цвета. Да. Здесь кармашек такой. Практически все говорит Аделина. Так что вы обязаны перейти на ее ссылки, подписаться на ВК, на Инстаграм. И ссылки все внизу будут на ее соцсети. Так, давай еще условим, чтобы потому что там, кроме этих вещей, она, наверное, за один день передумает и положит еще что-нибудь. Ребята, я еще возьму с собой носочки. Тут единорожек, как вам показывали. Adidas и, короче, Fila. Тут есть шорты. Карина их любит, можно сказать. Банан. Это как не шорт, а... Комбинзон. Да, ну так. Тоже я сюда уберем. Там, где носки, я положу вот сюда. Ребята, кстати, у меня еще есть купальник, но где-то я потеряла свой верх, и поэтому у меня только красота остались. Короче, давайте сюда все положим, пока мы. Еще много чего осталось. Мне самый низ забрать, запрячем. Там верх найдется, я знаю. Мы довольно все компактненько, Короче, упаковали, все нормальненько так. Мне кажется, тут еще много чего остается, поэтому мне придется еще вещи взять. Я так понимаю, много вещей еще. Тут 5, ребята. Потому что я все скидала быстренько то, что мне нужно. Даже не заметила то, что я все кидала, то, что ничего не влезает. Я думала, нет, этого хватит. Так, вот. Тут платье. Оно очень красивое, но очень сложно гладить. Потому что вот эти вот штучки, их очень много, и каждую надо прогладить. Устанешь, короче, Так, давайте одеяло. А где тут? Ой, тут полотенце. Положим вот сюда вот. Не сюда, а вот сюда. Нет, давай не туда сюда. Все, и забьем. Давай я его. Не, давайте туда положим, а сюда мы сложим кардиган. Он голубой. То, смотрите, что? Ребят, вы уже видели этот кардиган. Вы видели его в видеоролике, посмотрите все мои видеоролики, кто смотрел, вы обязательно его знаете и видели, как он на мне сидит. Когда я собирался на последний звонок, я вам показывала фотографии и так далее. Вот, он вот так на мне сидит. В общем, зайдите, посмотрите обязательно, кто не знает. Футболки я помню. Да? Здесь лежат? И у нее здесь шляпа, она желтая, с блестяшками. Я вам скажу, мне ее покупали, когда мне было 5 лет, когда мы ездили в Испанию. Она уже устала говорить, футболки и так далее. Все. Мы все за... Да, кстати, вот еще дождевик. Я вот сюда тоже буду. Он смотрится как мешок, если честно. Это и есть мешок, кстати. Просто... Мы делали дырки и пошла. Да. Еще и джинсы? Нет. Рваные. Да, я с собой решила взять вот так, на всякий случай. Ну, чтобы мне просто заполнить бока. Чтобы ей на своем горбу было что-то тащить. Решила я взять платье. Еще платье. Она покупала его. Ребят, это просто фейл. Сейчас я его как-нибудь компактненько. Компактненько. Она, в принципе, она красивая. Она легкая, ребят, но не жаркая. В нем холодно. Не жарко, в нем не холодно. В нем удобно. Мне реально нравится это платье, и поэтому я его с собой возьму. Там еще было желтое платье, но нам больше понравилось голубое.
Кардиган Сара. Закрываем, ребят. Закрываем, девочки. Ребята, все. Мы все собрали. Если вам понравился этот видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на Каринин канал и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Всем пока, всех целую.